Добрый день, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. 23 января 2016 года мой муж Борис Маркелов провел мотивирующий вебинар «Что такое УГЭ и что с этим делать?». Я узнала, что такое УГЭ и какие люди относятся именно к этому УГЭ. Кто не знает, что это такое, посмотрите на моем канале или на канале Бориса Маркелова. Вебинар назывался еще «Работа, а что это?». Вебинар был очень мотивирующий и донесли до мозгов людей, что как счастливые люди могут делать деньги. Happy people make money. Именно так переводится с английского. Счастливые люди делают деньги. И это действительно работает. У меня уже 3 года со мной живет вот этот вот смайлик. Его зовут Федя. Он висит у меня на входной двери. И каждый день, выходя на улицу, я ему улыбаюсь. И у меня на весь день хорошее настроение. Я им заряжаюсь. И это действительно работает и помогает. Как вы себя настроите, так и будет ваш этот день и все последующие. Также Борис рассказывал про лестницу роста. Находясь на первой ступени, вы постепенно ставите себе план, например, хотите вы Мерседес, и вы идете по ступеньке, но вы не перепрыгнете на вторую ступеньку, пока вы не преодолеете первую. На гору Эверест люди как-то ведь туда попали, они снизу забирались и ставили цели. Я не рисовала такую схему, схема у меня вот здесь вот в голове, и все видео, когда я жила в общежитии, я жила в двухкомнатной квартире, сейчас я живу в трехкомнатной, это и есть моя лестница роста. Я не останавливаюсь на достигнутом, дальше больше. Дальше у нас в планах автомобиль и таунхаус. Ну, а там дальше будет видно. Так что, Борис Маркелов, спасибо тебе огромное за такой вебинар. И кто не посещает наши вебинары, очень много теряется.